Еще одна тема оперативного совещания – контроль за детьми летом. Сейчас у них много свободного времени. Поводом для обсуждения стала трагедия, которая произошла 3 июня в Яковлевском округе. В месте, не предназначенном для купания, утонул 12-летний мальчик. Туда он отправился, вернувшись домой из школьного лагеря. Я предлагаю в срочном порядке рассмотреть возможность увеличения на 3 часа работы городских лагерей. С 15 до 18 часов. Расчет простой. В 17 часов основная часть людей, взрослых, приходит домой. И увеличивается контроль за нахождением. Особенно это в приграничных территориях. Необходимо максимально занять детей в школьных и загородных лагерях. Трудом, спортом. Кстати, ребята, которые ранее занимались в Белгородском космосе, перейдут на другие площадки. Результаты технической экспертизы показали – во дворце спорта небезопасно. На оперативном совещании губернатор поручил разработать проект нового здания. Профильные министерства уже к концу недели должны организовать другие тренировочные места для спортсменов. График их занятий нужно оставить без изменений, подчеркнул глава региона.